Здравствуйте! Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Saab 9-3 2011 года выпуска, объемом 2 литра B207R. Пробег двигателя составляет 54 тысячи. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеются сопроводительные документы, грузовая таможенная декларация. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Также имеется видеообзор работающего двигателя. Работа двигателя отличная. Мотор работает идеально, все жидкости присутствуют. Очень хорошее приобретение. На автомобиле у нас всего 54 тысячи. Это очень маленький пробег. Работа двигателя. Отличная работа двигателя. Турбина все работает. Двигатель работает отлично. Производим осмотр стенок цилиндров эндоскопов. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркируется термопломбой, индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При установке на станции Евроавто действует расширенная гарантия. Наши специалисты помогут с подбором двигателя, а квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.